Уважаемые работники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, администрация Верхнеуральского района и собрание депутатов поздравляют вас с профессиональным праздником. Круглые сутки и в летний зной, и в зимнюю стужу, и в межсезонную распутицу вы неустанно несете дежурство на дорогах, ведущих в наше поселение. Способствуете бесперебойному транспортному сообщению, предотвращаете аварии, первыми приходите на помощь в непредвиденной ситуации. Выдержка, профессионализм и высочайшая ответственность позволяют вам успешно решать главную задачу – сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ, желаем вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия и безопасных дорог на жизненном пути.